Матрасы с эффектом памяти за счет высокой пластичности подстраиваются под формы спящего человека. Такое свойство наполнителя можно сравнить с невесомостью и обволакиванием. Такие матрасы делают в Казахстане. А вот как? Смотрите в нашей программе сегодня. Создание ортопедического матраса начинается с формирования пружин. На предприятии их делает вот эта машина – завивочный пружинный станок. Металлическая проволока сделана из высокоуглеродной стали. Сырье сначала нагревается электротоком для гибкости. Когда пружина готова, то ее конец закручивается. Такая закрутка делается для того, чтобы острые края не повредили обивку матраса. Следующий этап – формирование пружин в единый блок. Процесс полуавтоматический. Специалист выстраивает пружины на сборочный станок вручную. Для матраса 160 на 200 сантиметров необходимо 350 пружин. Машина соединяет пружины в единый блок – боннет. Он пропускает длинные ряды с загнутыми кончиками вдоль верхней и нижней частей матраса. По всему периметру блока крепежными скобами присоединяется толстая проволока, образующая каркас матраса. Она обеспечивает упругость конструкции. А это пружина независимого блока. Технология укладки пружин такого вида матраса тем и отличается от обычного, что каждая навитая пружина помещается в отдельный мешочек из нетканного материала. На таком матрасе идет точечная нагрузка. Каждая пружина подстраивается под отдельный участок тела. Матрасы Matex боннельного типа состоят из 188 пружин на 1 квадратный метр. Независимый блок – 256 и 512 пружин на квадратный метр. Сам матрас на предприятии собирают вручную. Для начала на нетоксичный клей садят еврокаркас. Это боковые стороны матраса. Следующий этап – изоляционный материал. Это может быть войлок, кокосовая койра, конский волос или натуральная шерсть. Для изготовления этого матраса специалисты используют войлок. Он крепится с помощью клея. Следующий слой – пенополиуретан. По сути, это тот же поролон, только вспененный и усовершенствованный с помощью новых добавок и компонентов. Но помимо пенополиуретана, специалисты предлагают memory foam или латекс. Последний делают из сока гевеи, это каучуковый вид деревьев. Memory foam – наполнитель с эффектом памяти. Эластичный материал сделан по технологии холодного вспенивания. Такой матрас хорошо поддерживает спину и повторяет контуры тела, равномерно распределяя давление. Более того, наполнители ароматизированы. Вот этот латекс пахнет ванилью, memory foam имеет запах ореха. Memory foam хорошо вентилируется и практически не впитывает влагу. Кроме того, матрас с памятью не вызывает аллергических реакций. Стоит отметить, что пена с эффектом памяти была создана для космических нужд в 1970-е годы разработчиками НАСА с целью снижения нагрузки на тело космонавтов. Сейчас такие материалы используются в медицине и людьми с ограниченными возможностями. После того, как выбран наполнитель, специалисты пришивают чехол. Все слои сшиваются на специальной швейной машине. Упаковывают продукт вручную, можно сказать, с любовью. Сегодня Matex закрывает только потребность столицы, но в перспективе построить новое помещение, закупить современное оборудование и поставлять матрасы, сделанные в Казахстане, за рубеж. Копилка в форме черепахи несет не только эстетический смысл, но и символический. Все дело в том, что черепаха – символ движения вперед. А о том, как создать такую полую рептилию, смотрите в следующем выпуске программы «Как это сделано в Казахстане».